Друзья, я очень вам рекомендую посадить цветы, которые будут не только украшать ваш участок, а которые вы сможете съесть. Помимо полезности, они придадут еще действительно гурманский оттенок блюдам. Но эти растения должны быть универсальными. Ну, хотя индивидуальная непереносимость может встретиться на любое из них. И это надо всегда учитывать. И просто экспериментировать с цветочками я не советую. Тем более полагаясь вот на такой признак, что если пчела садится на цветок, значит он точно не ядовитый. Некоторые по такому признаку подбирают в поле травки для лечения. Но возьмем тот же крестовник, который очень любят пчелы. Его даже рвать голыми руками не рекомендуют. Или вот вы видите блюдо, красиво украшено, но чем? Морозником. Рекомендую вам посмотреть свой ролик «Ядовитые растения на клумбе». Морозник, безусловно, ценное лекарственное растение, но достаточно ядовитое. По красоте, конечно же, первое место я отдала бы виоле, анютиным глазкам. Но скажу честно, что анютины глазки мы никогда в пищу не употребляли. Будучи с семьей постоянно в работе, там не до украшений, лишь бы перехватить какой-то кусочек, чтобы с ног не свалиться. И съедобные цветы в рационе нашей семьи появились не с декоративной, а чисто практической целью. Самое приятное, что это оказались самые-самые неприхотливые цветочки. Просто обожаю настурцию, особенно незрелые семена и бутоны. Настурция всходит самосевом, но обязательно ее еще подсаживаю для подстраховочки. Первые цветочки не трогаю, для того, чтобы они завязали семена, которые использую на следующий год. А потом начинаю активно пастись на плантации. Настурцию еще называют кардинальским салатом. Это достаточно сильный природный антибиотик, к тому же содержит йод. Я, например, сразу почувствовала, что это мой цветочек. Помогает мне контролировать воспалительные процессы в легких. Открытием прошлого сезона стали для нас цветы лилейника. Да-да, я давно посматривала на их бутоны. Такие неаппетитные, хрустящие, толстенькие. Так и хочется съесть. А ну, думаю, почитаю. Может, они съедобные? Прочитала, что китайцы едят в кляре. Ну, правда, чего только китайцы не едят. И, честно говоря, цветы кабачков в кляре нас не впечатлили. Добавила бутоны в утренний омлет. Родителям ничего не сказала. Подождала, пока они съедят этот омлет. И спрашиваю, вы ничего специфического не заметили? Папа сразу говорит, ну ты и перец сладкий еще подрезала. И действительно, бутоны лилейника в омлете вот четко напоминают по вкусу сладкий перец. И чем более насыщенно оранжевый цвет, тем более яркий вкус. И третьим обязательнейшим цветком нашего рациона стали обычные бархатцы. Дело в том, что после тяжелых операций на глазах моей маме пожизненно назначили препараты с лютеином. Лютеин – это один из каротиноидов растительного происхождения. В продуктах животного происхождения он содержится только в яйцах. По всем исследованиям значительно поддерживает и даже улучшает зрение. Принимать сказали всю жизнь. Препараты стоят недешево, ну и мой пытливый ум, как всегда, решил выяснить, а где еще содержится этот лютеин. И оказывается, что основным источником лютеина есть обычные бархатцы. Это древняя пряность грузинской кухни, именуемая имеретинским шафраном, так как лепестки окрашивают блюдо в прекрасный оранжевый цвет. Лучше использовать соцветия насыщенного оранжевого моноцвета. Сразу сделали выводы, аптечные препараты больше не покупаем. В сезон цветения мама каждый день съедает по парочке соцветий и сушим лепестки на зиму. Вот такой наш опыт. В конце хочу еще раз сказать, что прежде чем экспериментировать с каким-то цветочком, прочитайте его противопоказания. Например, казалось бы, безобидная календула мне категорически противопоказана. Желаю вам, друзья, красоты везде!